Туман и влажность почти 100%. Днем в столице опять обещают дождь. Сюрпризы в автосалоне. Собирался приобрести в районе 160-170 тысяч. Мне приходится в итоге, благодаря услугам данной компании и банку, оплачивать почти 700. Как действуют мошенники и можно ли отказаться от уже совершенной сделки? И еще новости. Краснопресненскую набережную одели в гранит, а в заряде начался монтаж аттракциона «Полет над Россией». Обанхорш сагат Ирштона Хабар, тима эфира информационной программы Ирштон, студии Мурбата Лада. Абон Наравагда. Михайловский байгом ног жавод, экопромлайн, фацач даркусан, экологии шахдак зинадал, шта ефарсов афолдарузышты, республика эфтектадар, жавод араштарсат амалком адамты инвестицитай. Шырхтыгуры аражын снок школа артокорпус шаразышты патуа варта самайшывалаттан нырхон доман тамгашка ахурканны фада туа уйтыхай. Бынатсы узан арташады ықшай школа заун. Пацахадон автоинспекции ама автомобилисты патуа расчионах шанады регионалун хая Динамо шардгон лагерты сышывалаттай шудонан шарыштой фандактыл адашай сауны жак апта жонын фадыл конкурс. Асаж уарынта арықтай шты умагашка саугадаттан ша болгаратты фидарганан тадар атонынс. Алагира ама арыдонық шансы дамбатайш, удону лаварма аркаштышты ақшанадон палатай минаварта. Саугадатты болгаратты фидарганан кушты тазы сыдышты салдыраж ражма.